Смотри на меня как на равного. Под таким названием в Нерюнгри прошел фестиваль, приуроченный к празднованию Всемирного дня инвалидов. В этом году, подводя итоги декады, организаторы решили отойти от привычных канонов и устроить всем гостям настоящий красочный праздник. Подробнее в сюжете наших нерюнгринских коллег. Буквально на один день Центр культуры и духовности превратился в большой, красочный, необычный мир для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Перед концертом все гости могли посетить выставку, на которой необычные дети показывали свои таланты, а позже пройти мастер-классы по ручной работе. Среди гостей мероприятия удалось встретить и тех, кто не в первый год сотрудничает с учреждениями, которые занимаются реабилитацией детей с инвалидностью. Мы где-то разные, а в целом мы абсолютно одинаковые. И сегодняшнее мероприятие как раз позволяет сказать слово «включение». То есть мы не говорим «интеграция», мы не говорим об особенности. Мы говорим о том, что мы сегодня все вместе включаемся в один единый процесс. И вот наше учреждение как раз имеет опыт именно включения людей с ограниченными возможностями в процесс социализации, воспитания и получения образования. То есть мы люди равных возможностей. Провести такое крупное мероприятие удалось при участии многих организаций и обычных отзывчивых людей. Все билеты на концерт были проданы задолго до его начала, а сумма, собранная с продажи билетов, которая составила 220 тысяч 500 рублей, конечно же, была направлена на благотворительность. Главное, концерт прошел на позитиве, и люди просто обратили внимание, что рядом с нами есть совершенно другие, но очень добрые люди, которые умеют гораздо больше, чем мы с вами. В Нерюнгри в течение года проводится множество мероприятий под началом реабилитационных центров и других социальных учреждений для детей с ОВЗ. Их постоянное сотрудничество позволяет организовывать совместные праздники для взрослых и детей, имеющих разные патологии здоровья, а участникам показать, что они талантливы и ничем не отличаются от обычных людей. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.